Веселится звонок. Я бегу со всех ног. Школа двери открывает, начинается урок. Что? Как? Почему? Только в школе я пойму. Я за партой сижу. Я на доску гляжу. Я узнаю все на свете, а потом всем расскажу. Что? Как? Почему? Только в школе я пойму. Что? Как? Почему? Только в школе я пойму. Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, мои дорогие юные умельцы! Здравствуйте, мастер Ромашкин! Мастер Ромашкин, а мы сегодня ёжика видели! Да, когда в школу шли! Ёжика? Как здорово! Представляете, я на него чуть не наступила! Ну, не наступила же! Нет, вовремя заметила! Он сразу клубочком свернулся! Да, и не понять, где у него голова, а где ножки? Ну, конечно, ежики всегда так делают, когда чувствуют опасность. Ну, какая же мы опасность? Мы совсем не хотели его обижать. Да, мы же подружиться хотели, а он клубочком. А вы ему об этом сказали? А как? Он ведь в комочек превратился и, наверное, не слышал ничего. Я думаю, он вас слышал. У ежей очень хороший слух. Просто он испугался, на всякий случай свернулся клубочком. Как жалко. Так хотелось с ним поиграть. Ну, может быть, вам повезет в следующий раз, а сейчас пора начинать урок. Ой, точно. Ребята уже, наверное, заждались. Давайте, давайте начинать. А что мы сегодня будем делать? Да. А давайте смастерим ежика. Давайте! А еще? Ну, во-первых, мы используем вот такой шнурочек. Ну, и все? Нет-нет, Веснушка, нам понадобятся еще разноцветные салфетки для уборки, также ножницы, черный маркер, ручка и дырокол. Ух ты! Даже дырокол! Дырокол! А, его так назвали, потому что он дырки колет! Совершенно верно, Шуня. С помощью этого инструмента мы будем делать отверстия в нашей игрушке. Но давайте все по порядку. Начинаем? Да! Итак, возьмем салфетки. Нам понадобятся салфетки 4 разных цветов. Розовая, желтая, голубая и оранжевая. И подготовим из них детали. А какие? На голубой салфетке мы нарисуем фигурку ежика. Ножка. Мастер Ромашкин, а разве у ежика не 4 ножки? Ну, конечно, 4. Но в профиль, то есть сбоку, видны только 2. Одна передняя ножка и задняя ножка. Мастер Ромашкин, а теперь, наверное, его вырезать надо, ежика нашего. Обязательно вырежем. Но сначала давайте нарисуем остальные детали. А какие это остальные детали? Это небольшие фигурки. Яблоко, листочек дерева и грибочек. А давайте еще грушу вырежем. Можно и грушу. Не все это нужно на разных салфетках рисовать, да? Ну, мне кажется, так будет интересней. Вот яблоко мы нарисуем на оранжевой салфетке, грибочек на желтый, а... А грушу можно на розовой салфеточке. Правильно. Грушу будем рисовать на розовой салфеточке. Это у нас будет яблочко. Это у нас будет груша. Здесь мы рисуем грибочек и листочек. Готово. Да, теперь аккуратно вырежем. А теперь вырезаем ежика. Ой, там столько иголочек! Но ведь они не настоящие, Шунь. Ими не уколешься. Да я знаю, просто каждую иголочку нужно вырезать аккуратненько. Я очень стараюсь, друзья. А теперь нарисуем черным маркером носик, ротик и глаз. Носик. И глаз.
Ну вот, все готово. А теперь мы в каждой детали при помощи дырокола проделаем отверстие. Ой, дырки что ли будем делать? Ну, сказали же, сделаем отверстие. Ну, что может быть проще? Да, это несложно. Смотрите, подкладываем в дырокол яблочко. И нажимаем. А еще дырявый грибочек и дырявый листочек. Ну, сколько мы во всех фигурках сделали уже, а? 4 в яблоке и по 2 в остальных деталях. Ну, то есть всего сейчас 10? Правильно, Зубок. Давайте сделаем 8 отверстий по краю со стороны иголок и 2 в серединке. Но чтобы нам не ошибиться, давайте наметим эти отверстия. Теперь делаем отверстие. Вот что у нас получилось. А теперь... Шнуровать будем, да? Ой, а как? А вот так. Шнурочком мы словно пришиваем маленькие фигурки к большой. Необычная! Да, с таким ежиком вы смело можете играть. Он клубочком не свернется и не убежит от вас. И правда, здорово! Спасибо, спасибо, спасибо. Пожалуйста, друзья. А сейчас уже наш урок окончен. До новых встреч в Шишкиной школе!